Программа «Годы поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» определила новые задачи для эффективного внедрения разработок и результатов исследований в производственные процессы. Достижение поставленных целей повлияет на выпуск востребованной продукции, товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Об ориентирах работы и о производственных планах АО «Ферганазот» в материале Лили Баратовой. Акционерное общество «Ферганазот» является одним из крупнейших предприятий в структуре государственного акционерного общества «Узкимьосаноат». Оно специализируется на выпуске азотных удобрений, дефолиантов и ацетатных волокон. Особое внимание на предприятии уделяется производственным процессам по выпуску локализованной продукции на основе органического синтеза и импортозамещения. В целях повышения эффективности производимых на нашем предприятии удобрений мы активно сотрудничаем с научно-исследовательским институтом неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан. Результат нашего сотрудничества – это получение гуминовой кислоты путем химической переработки ангренского угля. Из нее мы получим натриевую калийную соли, а также соли гуминовых кислот. Благодаря этим веществам, используемым в сельском хозяйстве, достигается активный рост и развитие растений. В результате за последние 3 года ассортимент продукции, выпускаемый предприятием, был значительно расширен, и все это благодаря крупному проекту, реализованному в прошлом году. Так, импортируемая из-за рубежа каустическая сода, которую используют в процессе деминерализации технической воды, была заменена сырьем, производимым на местном заводе «Кунгерот». Следует отметить, что на объектах, ориентированных на производство азотистых волокон, идет постоянное обновление и модернизация оборудования. Все это позволяет в разы увеличивать производственные мощности. Мы планируем расширить производство неорганических азотистых веществ. Уже наладили выпуск этилоцетата, а сегодня рассматриваем технологию производства органических растворителей нескольких видов. Некоторые из них были протестированы. В ближайшее время представим полученные результаты. С 1 января текущего года предприятие «Азот» начнет поставлять минеральные удобрения акционерным обществам «Узкимьосаноат» в Андижанскую, Ферганскую, Сурхандаринскую, Самаркандскую и Сырдаринскую области. С этого года поставка минеральных удобрений потребителям будет осуществляться посредством биржевых торгов «Ягона-агент». В настоящее время работники предприятия «Фергана-Азот» совместно с представителями администрации области проводят встречи с фермерами, занимающимися выращиванием хлопка и зерновых культур. Это позволяет аграриям получить представление о возможностях предприятия, а также пополнить свои знания о бирже, торговых площадках, процедурах закупок и процессах регистрации. По мнению экспертов, проблемы, имеющие место на протяжении многих лет, будут решены, а финансовое состояние горнодобывающих и перерабатывающих компаний улучшится. Кроме того, система финансирования в аграрной сфере позволяет устранить недостатки в области обеспечения сельскохозяйственных производителей химикатами, природным газом и электроэнергией.